На 71-м году жизни скончался известный одессит, спортсмен, бизнесмен Вахтанг Гишалович Убирия. Об этом сообщил на своей странице Facebook Эдуард Гурвиц. Родился Вахтанг Гишалович 22 августа 1950 года в Абхазии. Свою юность провел в Киеве. Со школы увлекался тяжелой атлетикой, потом был президентом клуба ветеранов этого спорта. После службы в советской армии работал в киевском автотранспортном предприятии на руководящих должностях в Укрзалезнице. Был ее уполномоченным представителем Чехословакии. Вахтанг Гишалович был награжден грузинским орденом чести. В 1993 году Убирия стал заместителем председателя Совета акционеров Экспресс-банка. Занялся партийной деятельностью, как один из партийных лидеров. В 1994 году был приглашен в Соединенные Штаты Америки, где провел несколько лет своей жизни и стал почетным гражданином города Даллас и штата Висконсин. Затем вернулся в Украину в апреле 2005 года, был назначен заместителем мэра Одессы. Плодотворно работал на своей должности и проявлял активную гражданскую позицию. Слова глубокого соболезнования родным и близким покойного разместил на своей странице Facebook Эдуард Гурвиц. В условиях нынешней пандемии слова «внезапная смерть» давно потеряли всякий смысл. Но и привыкнуть к тому, что за считанные дни из жизни может уйти здоровый, активный, деятельный человек, тоже невозможно. Сегодня не стало Вахтанга Гишаловича Убирии. Открытый, искренний, отзывчивый, очень эмоциональный, но всегда доброжелательный человек. Возможно, этот набор качеств сегодня очень немногим покажется уместным для чиновника-госслужащего. Но работать с ним было и легко, и интересно. Он умел учиться. Умел признавать и исправлять ошибки. При этом всегда был выше сопровождавших его по жизни мифов и сплетен. Вечная тебе память, дорогой друг и товарищ. Коллектив телеканала «Круг» присоединяется к словам соболезнования.